Добрый день. Зовут меня Халирахман Хайрат. Я являюсь заведующим отделения, хирургического отделения медико-санитарной части Казанского федерального университета. В ноябре прошлого года, 2019 года, я побывал на стажировке у доктора Сезгина. Доктор Сезгин крайне добродушно меня встретил, показал все тонкости работы, как он делает операцию, на что нужно обращать внимание. Для меня это явилось большим открытием. Он показал новые возможности, новые горизонты. Уровень его исполнения меня серьезно впечатлил. И многое, то, что я увидел в Дубае, в его клинике, меня поразило. Поэтому я очень рекомендую обращаться к доктору Сезгину. То есть то, что я увидел и как это делать, мне очень понравилось и впечатлило. Помимо этого, доктор Сезгин очень добродушный и отзывчивый коллега, поэтому я очень его рекомендую.